Суд присудил казахстанскому журналу «Анис Адам» выплатить 1 300 000 тенге ветеранам Великой Отечественной войны за то, что их оскорбила личность Адольфа Гитлера, которую посвятили очередной номер издания. Суд предыдущей инстанции обязал редакцию возместить воинам в 10 раз больше. Но редактора снижение компенсации не радует. Он не согласен и с последним решением суда. Жарылкап Кылыбай продолжает настаивать. Ветераны журнал не читали. Решение суда незаконное. По словам ветеранов, они не читали журнал, но считают нас виновными. Истцы не умеют читать на казахском языке. Если Гитлер на обложке журнала, то это вовсе не означает, что мы его восхваляем. И Анис Адам не означает хороший человек. Это просто историческая личность. Мы публикуем исторические события, рассказываем про Вторую мировую войну. Но они не так поняли нашу публикацию. Московские СМИ преподнесли это так, как будто мы публикуем материал в честь 125-летия со дня рождения Гитлера. По словам Кылыбая, российские журналисты умышленно фальсифицируют факты и подменяют понятия, стараясь представить общественности журнал как оплот фашизма в Казахстане. В этом хоре поют и провластные казахстанские СМИ. Скандал получил широкую огласку, и МИД России направил ноту протеста, в которой прямо указано, что на территории Казахстана такой журнал не должен выходить. Хотя в самой России предостаточно подобных публикаций в прессе. У них даже выпускают книгу «Майн кампф». Есть много сайтов с материалами и изображениями Гитлера, где я черпал информацию. Но об этом МИД России умалчивает. Оказывается, в Казахстане не должны выходить такие же материалы на казахском. Они жалуются даже на то, что журнал не публикует материалы на русском языке. А ведь вы сами понимаете, что у нас в стране при регистрации выбирают язык, на котором будет выходить издание. У нас язык публикации материалов казахский. Я не удовлетворен таким решением суда. Я не считаю себя виновным, в отличие от них. В любом международном суде никто не докажет мою вину. Никто из них не может сказать, где у нас в журнале пропаганда фашизма. Эти люди дезинформированы. Редактор напоминает, что похожая ситуация была и с известной российской газетой «Известия», в которой один из авторов писал о Гитлере как о политике высочайшего класса. Неравнодушные читатели подали жалобу, но российский суд признал, что восхваление Гитлера в России не является преступлением. По моему мнению, это был непростой процесс, это был политический суд. В это дело вмешался российский шовинизм. Сегодняшним решением суда я сам лично доволен. Почему? Потому что до этого дня надо было платить 13 миллионов тенге. Если оплатили бы этот штраф, то журнал «Анис Адам» прекратил бы свое существование. А теперь эту сумму снизили в 10 раз. Мы все знаем, что целью ноты протеста МИДа России было демонстративно наказать журнал. После этого наши пророссийски настроенные люди делали все для этого. Между тем, на полках российских книжных магазинов можно найти большое количество книг о фашизме, которые пользуются спросом. Но ни ветераны Великой Отечественной, ни власти Российской Федерации на это не обращают никакого внимания.